Вот, как вы думаете, что нужно человеку, чтобы услышать, это оно или не оно? Нужно много слушать. Нужно много-много слушать, и постепенно то, что наносное, отходит на второй, третий план и просто скрывается. И остается то, с чем не поспоришь. Иоганн Себастьян Бах есть Иоганн Себастьян Бах. Как бы к нему ни относиться, понимаешь, что это настоящее. И ни на кого не похоже. Ну, просто опыт, простой опыт. Нужно любить красоту. Что для вас значит быть поэтом? Слушать. Быть поэтом – это уметь слушать тайную гармонию Вселенной и видеть ее в том, что даже не кажется гармоничным на первый взгляд.